Предновогодний марафон света захлестнул Бобруйск еще в начале декабря. Праздничная иллюминация засверкала буквально в каждом уголке города. Традиционно тысячи огней привлекают внимание как детей, так и взрослых. А сами сияющие композиции становятся местом для прогулки целых семей. Везде фонарики, так ярко, все красиво. Чувствуется, что уже через 2 недели Новый год? Ну, еще пока нет. Верится, да? Да. А чего ожидаете от Нового года? Ой, чего-нибудь очень хорошего, чтобы не так, как в этом году, чтобы ушла вся эта коронавирусная инфекция, это все, чтобы было очень хорошо у всех. Гирлянды, световые конструкции и объемные фигуры. Чарующие огни будто с каждым днем напоминают. 2021 не за горами. В сквере Свято-Никольского храма и вовсе засияло звездное небо. Дополнили праздничную картину и танцующие силуэты. Душа радуется, все блестит, все красиво. Кроме нарядных лесных красавиц, в Бобруйске появились достопримечательности городов мира, снеговики, пряничные домики, олени, новогодние игрушки и подарки, обернутые в светодиоды. Очень мне понравилось сами с оленями. И елку. Красивая, да? Да. А где ты еще что-то красивое видела? Расскажи мне. Ну, пока что нигде, но тут мне больше всего нравится. Тут самая красивая елка в городе. А за что ты любишь Новый год? Ты вообще его любишь? Да, я его люблю за то, что праздничные ощущения, там, ну все такое. Есть какое-то у тебя такое желание, которое ты, может, у Деда Мороза попросишь или у папы с мамой? Ну да, есть. Какое? Скажешь? Ну, 1 килограмм конфет, которых я люблю. Какие ты конфеты любишь? Ириски. Какая ты скромная девочка. А какой-то подарок, может быть, ты хотела бы? Ну, я пока еще не подумала. Ну, галонку вообще маленькую. По-новому заиграли деревья и кусты. Локация водоканала каждую зиму получает всенародное признание. Здесь всегда многолюдно. Без фото на память никуда. Привела внучку посмотреть вот новогоднее украшение нашего города. Как вам вообще, вот на ваш взгляд, украшен город? Ну, я считаю, неплохо. Каждый год все-таки старается наше руководство все-таки украшаться лучше и лучше. Радости у всех на лицах. Счастья, радости, здоровья. Ну и, конечно, позитива побольше. Скажите, каким для вас был 2020 год? Счастливым, потому что у меня дети. Так, конечно, переживания были, год тяжелый. Болезни, ситуация, но так все хорошо. А чего ждете от Нового года? Добра, спокойствия, стабильности. Чего-то хорошего хочется. Мы устали за 2020, хочется, чтобы 2021 был какой-то новый. Чтобы что-то произошло, что изменило жизнь нашу к лучшему. Вот это хочется верить, действительно. Скажите, а как, на ваш взгляд, вообще украшен город? Чувствуется ли праздничное настроение? Мне нравится очень, как украшен Бобруйск. Очень весело, очень хорошо с детками где-то погулять, потому что все красочно, все ярко, действительно. Ощущение праздника уже давно, потому что город, извините, украшен. Прилегающие территории машиностроительных предприятий украшает сельхозтехника. Вот и на Таиме прямо возле проходной припарковался грузовик с подарками. Каждая организация приложила максимум усилий. Кто-то сделал акцент на всеми узнаваемых героях, а кто-то засиял новыми мотивами. Создавать новогоднее настроение жителям и гостям с помощью иллюминации будут вплоть до 14 января. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.